Ну, все-таки первая партия была довольно короткая по счету. Ну что ж, нужно уже что-то начинать придумывать к Савье. Начинает по полной включать свой форхенд Савье Малис. При этом мы видим, что на приеме слева он, наоборот, не рискует. Делает все, чтобы просто принять подлиннее. Но вот эти, конечно, фактически плоские удары великолепны. В этом матче концовка хорошая. Янко, достав тяжелый мяч, сумел ответить косым кроссом. Немножко он этим удивил Савье Малиса, и тем не менее бельгиец был готов здесь к продолжению. Молодец, раньше времени не выключился. И хороший укороченный. Слета с полулета и кидает мяч вдоль сетки. Ну, маленькая, но не то чтобы мы как-то принижаем заслуги к Савье в данном случае. Но мяч летел достаточно медленно. И здесь, видите, было время подумать, исполнить. У Савье все это он сделал. Здорово попадает к Савье на 30-15. Если говорить о том, как нужно изменить игру Янг Типсаричу для того, чтобы обыграть в решающей партии Малиса, мне кажется, придется сербу. Но Малис выглядит лучше. Ох, ох, ох. Не в первый раз, кстати говоря, в исполнении Малиса я лично вижу такой удар. Это действительно его коронка, которую, за счет которой ты не можешь выиграть матч, потому что это было бы чудом. Но то, что вот умеет так бить Малис, это доказано, что называется, временем и проверено временем. Сами на обрабатывает мячи и любит играть, что разнообразно такой теннис. Ох, как хорошо. Жидно, в который раз ответил, неожиданно как по... Как хорошо, да, передвигается по коту, как мягко и четко обрабатывает мячи. Очень непростые, даже сложные мячи, когда он отвечает на резанные удары, да, и резанным ударом и отвечает, да. Вот тут вот мы видим хорошая очень работа ног, четкий подход к мячу. И в
вовремя идет на обострение, вот именно при ударе. Шикарный просто удар. Ох, какой хороший. Ну и нет. Как хорошо владеет мячом, правда? Отлично. Красиво, да? Лучше-то. Ну, бельгийцев. Да, во все попался. Не ошибиться. А вот хорошо. Так, ну что ж, швейцарцы на этой неделе, пожалуй, отличаются. Да, Роджер Федерер, который одержал победу на турнире в Дохе, наиболее престижном турнире. И вот... такая же возможность появилась у Вавринки. Но блестящий ответ. Откуда? Почти от фона выполнял удар. Сам даже улыбнулся. Вот видите, ну что ж. И напоследок, да, так отмахнулся. Ну, здорово. Бельгиец 40-15.